Доброе утро! И мы продолжаем с вами новую рубрику «Сравни два похожих вопроса». Возвращаемся к теме, которую мы уже второй день с вами изучаем. И подписчики накидали еще способы, как можно быстро запомнить эти два очень похожих вопроса. Итак, 9-й билет и 12-й билет. Способ номер один. Как запомнить правильный вариант ответа? Где пунктир короче? То есть правильный ответ на правом рисунке. Где пунктир короче? Правильный ответ на левом рисунке. Способ номер два. Там, где внутри есть треугольник. Треугольник внутри есть? Правильный ответ. Треугольник внутри есть? Это тоже правильный ответ. И следующий, третий способ. В вопросе, называется противоположность, в вопросе читаем слева, значит правильный ответ на правом рисунке. А здесь в вопросе читаем справа, значит правильный ответ, противоположность на левом рисунке. Выбирай любой способ и сдавай экзамен по теории в ГИБДД с первого раза.